Всем привет! С вами Апельсинчик ТВ Ильска! Привет! Сегодня мы будем играть в огонь и воду. И как первую часть. Да, я храм. Как всегда, я мальчик. А я девочка. А раньше я была мальчиком, когда мы там побег кузников играли. Ай. Надеюсь, что вы поставите этому видео лайк и подпишитесь на канал. А монтажи и прочая фигня. Ну, мы разбегаемся с этим. Не беда, монтажи и прочая фигня, еще там что-то. А в ритм прямо. Ага. Монтажи и прочая фигня. Ритма. Ха. Ритма, ритма. Все, хватит танцевать, пошли квартиру. Нам 5 поставили. Потому это эй. Ты видел. Прыгай вверх. Давай, отпускай. Ты видала? Подожди, я первая. Уи! Хоппа, хоппа. Смотри, не продуй, а то прибью. Прибьешь, он точно упадет. И смотри, качели одновременно. Да блин, держи! Сама держи. У меня там камень остался, так что держи. Да не бойся. Да, ты чего? Ничего. Вы ничего не видели за кадром? Пали меня. Что делаешь? Это то же самое, что и зимний, и там второй. Не знаю. А помнишь, в прошлый раз я не могла это пройти? Ага. На А. 5. У нас всегда все на 5. Дай. Я сказала дай. Кай. Эй! Ты чего? Качели кривые! Ща. Я побегу. Придется перезапускать. Они у меня кривые. Я поняла. Вообще не качели. Я поняла, в чем проблема. Это я должна была туда встать. Как ты могла встать? Вот они кривые, потому что. Что за фигня? Как тебе выбраться отсюда? Подожди, не пускай камень. Вот так надо. Вот теперь пускай. Да. Не камень, ты камень неправильно поставил. Вот, смотри. Потому что качели были кривые. Чё так медленно? Не камень. Привезли. Блин. Давай, я открываю эту кнопку. Мы справимся. На 4. Ага. Нет, не на 4. Не знаю. Давай быстрее. Да блин, а! Выпустите меня отсюда. Ой, я туда побежала. Ага. Смотри. Тихо. Давай, вставай. А, поправить. Вот, давай. Сейчас вытащу. Мама Мия. Все, вытащила. Молодца. Я на него запрыгнула. Аллилуйя. Аллилуйя, чего? Аллилуйя. Нет. Королевский чай. Аллилуйя. Мы уже проходили этот тур. Все, давай дергай рычаг. Хватит прикалываться, мы сейчас на 2 исправим. А на 3. Ты что? Все, ты не упади. А, падаю. Просто красота летает. Че? 4. Это за месть. Это за месть.
падаешь, потому что ты упала. Ага. И ты падаешь. Я не падала. Да, я не падала. Я не падала. Че я несу? Давай, верши. Да быстрее. Это ты что, проблема там? Вот так. Нет! Вот. Ты! Чё? Выпусти меня! Всё. Давай не будем играть в это. Давай. О май гад, мы уже это проходили. О, это моя любимая. Мне кажется, что мы тут уже играли. Тебе не кажется? Нет, мне кажется. А, мы тогда играли в песочный храм. Мы два этих не взяли. Мы играли сначала в песочный храм, вот тут мы проходили. Я в песочный храм не играю. Это вообще-то там, где светильники были. Помнишь, мы вот такие кружочки светились? Удачного пути! Давай! За кадром. Мы просто чайку попили. Да, за кадром. И чтобы вы не видели. Да. А то мне интересно вам смотреть. Уже дождь закончился. У нас за окном был дождь. Тебя нет. Да. Ну могли бы потерпеть, погуляли бы еще. Хотя не, нас бы залило бы вообще. Нифига себе, там небольшой дождь, обеща. Я тебе видела, когда я падаю. Ой, что ты нажала? Ничего такого. Давай, занимайся там. Ой, поднимайся. Занимайся. Чем заниматься? Сноубордом. Сноубордом. Зачем мне туда? Понятия не имею. Все, я иду за своими камушками. Мы, по-моему, еще будем снимать вторую часть, да? Апельсинчик ТВ. Ага. Ай! Надо головой тут биться. Как в Майнкрафте. Да. Ненавижу. А в чем прикол? А, туда камень. Я наконец-то. Давай нажимай на кнопку. Удачи, камушек. Да, за что? И где? Ты сюда прыгай. Как я прыгну? Все. Мы застряли. Зачем тут? Надо было вот сюда камень. Чтоб он держал. Это по мне. А что мне на скорость? Не знаю. Вы что, и что? Так. Камень забери. Вообще круто, такие качели. Там твоя вот вода. Так что тебе придется идти. А ты сюда это нажми. Ты иди туда, сюда, и сюда иди. Куда? Тут вода. И как я тебе, по-твоему, туда пойду? На. Тогда придется умирать. Иху! Мы неправильно все поняли. Надо тут логично рассуждать. Да, придется логично рассуждать. Надо вы сюда. О, нормасик. Блин. Нет, ты даже сюда запрыгнул. А я даже и не смотрю. Смотрите прикол, я даже не смотрю. Да, я не смотрела, я все отлично прошла. Сказала. А ты я сказала? А что тебе послышалось? Слово. А, надо. Да, вот этот камень. Камень? Да нет, не надо камень. А то он вот так покатится и не туда. Этот камень надо вот так. Вот этот надо. Сейчас он закроет дверь, сейчас я вот этот скачу. Или мы неправильно опять будем. Все правильно. Теперь так. Там вот там. И как. Подожди, стой. Что ты сказала?
Ничего не говорила. Ты мне всегда слышишь свои слова какие-то непонятные. Конечно, это же ты, а не я. Бе. Чё? Бе. А, бе, а мне послышалось ге. Удачного пути! А что пробел не прыгает? Не знаю, понятия не имею. Удачного пути, кузники. Да, кузники. Это я и кузники. А, они хотят выбраться. Мы половинку пройдем и продолжим потом в следующей серии. Если вы хотите больше видео с моей сестрой, ставьте лайки, подписывайтесь на каналы. Да. Канал. У тебя нет канала. Ха-ха-ха. Ты умерла, ты дух. У кого есть спиннер, поставьте лайк. А у кого нет, то ставьте дизлайк. А зачем дизлайк? Покупайте, ставьте лайки. Да. Если вы тоже играли в эту игру, то поставьте пальчик вверх. И подпишитесь. Меня утаскивают. Закрой это. А как закрыть? Вот так. Тихо, не прыгай. А. Я думал, это был баг. Вы видели? Чего так орёт? Давай я тебе помогу с этим. Давай, теперь дальше ты. Все, я тебе помогла. Ты за кадром пьешь чай. Я тоже. Смотрите, спиннеры. Покупайте спиннеры. Всего лишь за 49 рублей. За 4, ой, 5, да. За 5! Да. Зачем? А я бегала на месте. Зачем мне бегать на месте? Бык. Зачем я сказала бык? Понятия не имею. Я тоже понятия не имею. Хотя сегодня трансляция идет, стрим. Блин, мне еще и стрим с тобой снимать. Мне стрим еще с тобой снимать. Мне еще стрим с тобой снимать. Ну почему? Что, ты не любишь стрим? Конечно, люблю только. Только где-то на часик, окей? Стримы всегда на часик, на два выходят. Нет, я не хочу слишком долго. Это будет скука. Зеленый кристаллик, чур мой. Посмотрим чай. Ничего себе, как они красиво так прыгают. Прыжок веры. Можно тебя закрывать, зачем они нам все равно? Ага. Не, ну ты права, смысл. Так. Идем сюда. Че? Как нам туда залезть? Там вообще-то камень надо, вот. Камень на камень как бы. Давай, открывай мне люк, я вот это открою, и ты заберешь. Как люк открыть? Я же все равно не достану. Я знаю, как было. Надо было вот один на камень, вот смотри, падает, надо было двигать, потом вот так, потом еще один камень. А кто девочка? А кто мальчик, а кто девочка? Тихо. Другой. Зачем то же самый? Мы же не понимаем. Надо понять. Смысл. Я спрятала. Так, надо вот так. Вот это или это открыть? Я это открою. Иху! Тихо. Теперь надо зелененький открыть. А ты синий открывай. Я пойду попробую там нажать кнопку. Окей. Я попробую достать эту кнопку, блин. Окей. Дерзкую. Теперь всех закрываем. Закрыть? А смысл зачем, а? Ну, если мы решим, мы подключимся в следующий раз. И как мы потом допустим, мы вот отсюда вот скажем, например. Я не знаю. Подожди, если один камень... Подожди. Да на одном камне не получается. Вообще-то получилось бы. Если бы кто-нибудь трех... Другой. Это мне не нравится. Так, беги назад. Так. Открывай вот это. И беги туда. Меня открой! Меня открой! Вы издеваетесь? Открой меня!
хочешь вообще, Игорь? Да открой меня ты! Я же сказала, открой меня! А зачем тебе открыть? Подожди, стой, не трогай эту кнопку! Так. Да не... Ты чё мне пухо орёшь? Прости. Так, закрывай. Закрыть, Тигр, 24. Ты видела? Нет. Да ты слеп... Я не знаю, как вырезать. Да ты чё, она не знает? Закрой дверь, ты ещё раз будешь. Не надо, пожалуйста. Не надо. Нет. Это ржачное видео. Давайте назовем это ржачным видео. Ага, еще скобочки ржачные. Я открываю. У меня уже, блин... Слезинки. Да, блин, не надо, не беги. Все, иди, давай прыгай. Да, так невозможно. Я могу тебе помочь. Давай, помогай. Если бы ты просила. Давай, свой шарик. Иди давай. Прыгай. Эй, ты наслушай. На видео помогай. Да, блин, отойди, Настя, ну отойди. Бесишь. Ты нам мешаешь видео снимать. Какие же сестры неугомонные. Ты неугомонная. Да Настя, да Настя. И всегда мешаются. Дай помогу тебе. Все возможно в жизни. Да не работает. Другой уровень значит. Нет. Мы дальше вот так вот. Да зачем? Нет, блин. Вот так вот. Да хватит, Лиза. Смеяться. Потом посмеемся. Пойдем посмеемся. В следующем уровне. А че, ржака? Открой меня! Открой! Настя, ну поиграй. Дай помогу, дай помогу, дай помогу, дай помогу. Отстань, отстань. Молодец. Мила. Блин. Да зачем? Другой уровень, мне этот не нравится. Нет. Нет, я там. Нет! Да, 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 да. Да. Потому что я быстрее тебя. Я засыхаю мои туда, туда иди. Иди оттуда. Иди оттуда. Папа, 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 папа. Зачем мне папа говорить? Папа, я люблю тебя. Папа, я хочу убить тебя. Я не знаю, какой это еще уровень. Вот это давай пройдем. Шуток. Но! Давай. Мы же этот проходили уже. Давно. Давным-давно жили две сестры, которые любили посмеяться и быть сумасшедшими. Это Лиза и Катя. И Настя. И сумасшедшая. И Настя тоже. И жила одна сестра, которая любила тишину и скрывала свою фамилию под именем Соловьева. Воробьева. Воробьева нашлась, я тебя раскрыла. И она скрывала свою фамилию, потому что она делала. Мы два не сможем собрать, потому что это очень трудно. Ага. Не знаю, как вы это собираете. Да. Сумасшествие просто. Мы потому что тупые. Вы не тупые, мы нашли! Мы пипец умны. Не ругаться. А это не мат. Кто быстрее, кто быстрее, кто быстрее? Блин! Конечно, ты же девочка. А ты чё? А я мальчик. Да ты дева май! Куда вы туда? Ты дева мальчик. Чё? Дева мальчик. Мы тут тоже были, помнишь? Да, 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 да. Да блин! Иди отсюда со своим шариком. Чокнутым. Давай следующий камушек сюда. Мы опять все неправильно сделали. Да зачем? Это все равно. Это мой будет кристалл. Окей. Ты свой не забрала, ты свой упустила. Ты смеешься, как не знаю?
Иди забирай эту кнопку. Ой, какую кнопку? Иди, это твой уже. Как будто ты двигаться не умеешь, как ты стоишь. Всю работу должен выполнять мячик. Опять неправильно, за что? Ты вот даже забыла, как в уровень проходили. Это все из-за тебя. Давай вот этот камень. Теперь ты. Это вот это запускай. А, нет, вот это запускай, давай. Сейчас. Как быстро полетел. Ничего себе. Теперь какой сам откроет? Поняла, теперь мне надо в нее. Подожди, стой. Я же никак не выберусь. Я хочу кристалл забрать. Вытащи меня отсюда! Вот теперь сама проходи. Ты меня не вытащила. А, да, я загадала вот сюда. Так, мне нужна твоя помощь. А почему моя сразу? Потому что ты. Ты же все испортил. Ну, вот так вот брать до конца. Бам-бам-бам-бам-бам. Хватит бомбить. Не бомби. Вы это слышите? Это фонарик. Так, вот такой фонарик. Не надо. Они, наверное, не видели. Ага, потому что ты снизу его светила. Вы ничего не видите. Шутка. А вы только белый цвет видели. Ага. Все, давай. Я вниз иду. Ты кнопку там нажимай. Смотри, только не умри. Не умру. И назад смотри, не умри. Если умру, то будет... Белый, как ты выберешь. Стой на месте. Отпусти меня! Отпусти меня! Не твоя, не твоя. Давай теперь сама. Если ты умрешь, я тебя... Прыжок вверх был. Давай так сама. Ах, не гадайка. Мы сейчас на 4 зададим эту версию Майнкрафта. Кто любит Майнкрафт, ставьте лайки. Мне кажется, мы много на спамине лайков. Лайки! Слава! Все в порядке! А куда нам нажимать? Ну вот это. Я это не буду. Ну давайте на этом уже закончим все. А мы пошли стрим снимать. Всем пока! Пока! Удачного пути! Куда-то.